Еще одна проблема, это, конечно же, нетрезвая аварийность. Только за прошедшие сутки 3 человека пострадали и один погиб в таких происшествиях. Около 7 часов 20 минут на территории Сарапульского района автомобилем ВАЗ-2105 управлял мужчина 82-го года рождения. Не справившись с управлением, совершил съездку вет. Травму получил сам водитель и находящиеся в его салоне двое мужчин. В вечернее время на территории Воткинского района, это в 22:30 произошло, автомобилем Рено Логан управлял мужчина 89-го года рождения, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Вновь не справившись с управлением, вновь съезд кювет, погиб на месте его пассажир.